Добрый день, друзья! Каждому приветику из прекрасного зимнего Петербурга. Мы находимся во вторичке. Дом постарше, с одним лифтом. С одной стороны тамбур и две квартиры. И с другой стороны. И тут же лестница. Мы очень часто с вами бываем в новостройках. И реже заглядываем в старый фонд. Вот это девятиэтажка, панелька, и мы находимся в парадной. Что интересно, что один лифт, ну, допустим, на 4 квартиры. И мы сейчас ехали в лифте с соседями. Получается, нажимаешь, например, нужно там 4 этаж и 9 этаж. И по привычке, так же, как в новых домах, новый лифт, ты сразу набираешь все этажи, которые тебе нужны. Там кому-то второй, кому-то пятый, кому-то 17-й. И на каждом этаже лифт останавливается. Здесь же набрали по привычке, например, 4-й и 9-й сразу. И что вы думаете? Он поехал дальше, лифт. Уже забыли совсем, что такое происходит. То есть мы доехали до 9-го. Выходим такие, опа, мы что, на 9-м? Пришлось опять возвращаться в лифт и уже там спускаться до 4-го. То есть старый лифт не работает так, как новый, чтобы все кнопки сразу реагировали. Посмотрим, какой здесь ремонтик парадных. Ну, в общем-то, видно, что покрашено. Не знаю, работает ли мусоропровод. Кто-то идет. Сейчас пройдем. Окошки такие небольшие, низкие. Ступенечки. Ну, парадные как-то отличаются. Много все. Туда на первый этаж. А туда на 9-й. Ступенечки. Ну, в общем-то, так чистенько в парадной. Здесь вообще закрыт. Нет, а нет, несколько, тоже 4 квартиры, но тамбур закрыт. То есть двери поставлены, вижу 4 квартиры, 4 звонка. Отсекают лестничный марш. Ну, в общем-то, да, почему бы нет. Сразу раз на свою территорию зашел, где только 4 квартиры. На первый этаж спускаемся. И что здесь у нас мы видим? Дверь, ящики почтовые, какая-то информация. Это все первый этаж. Здесь тоже одна квартира за такой дверью красивой. Информация, графики уборки лестничных клеток. Здесь две квартиры, тоже лифт. Ну это да, это хорошо, что так раз дверь поставил уже ты отделил квартиры. Еще информация. О чем речь, ребят? Я о цене, конечно, на недвижимость. Вот в таких домах, сейчас мы выйдем еще на улицу, квартиры получаются дешевле, чем в новостройке. Такой просторный холл здесь. То есть это и не пятиэтажки, совсем старенькие дома, пятиэтажки кирпичные. Эти дома как-то получше выглядят, мне так кажется. Тут вообще только первый этаж, чистенько. Конечно, информацию могли бы и как-то поаккуратнее размещать, но, видимо, некому за этим следить. И вот в этих домах квартиры подешевле. Тут двухкомнатную квартиру можно купить за 8600, 8800, 8100, например, там 52 квадрата, 54 квадрата, 51 квадрат. А в новостройке мы вчера были гораздо дороже. Причем новостройка такого качества эконом. Но это, конечно, вот к чему я веду, ребят. Нужно внимательно выбирать квартиру. То есть нет такого
стандарта, что нет, здесь только дороже, а здесь только дешевле. Так что если это старый фон, то будет все убитое. Парадное, заходишь. Будет все убитое, непонятно какое. Нет, парадное, в принципе, приличное. Что у нас вокруг дома? Дворник работает, слышу. Слышите, я вижу. Вижу и слышу. Я вас не только слышу, я вас еще и вижу. Не знаю, после вчерашней... Нет, не вчерашней, там пару дней назад мы ездили на юг и смотрели новостройку ЖК. Это относится не только к тому ЖК, который мы смотрели, а периодически такие ЖК встречаются. Эконом-класса, да, новое жилье, инфраструктура, ну там есть, но немножко как-то на окраине все-таки новостройки эти были. А цены 11 миллионов, 12 миллионов. Ну, например, если в этом доме квадратный метр 162 тысячи, 165 тысяч, 160 тысяч можно найти, то там за 200, 230, 250. И если сравнить районы, то получается, что здесь уже все есть, и садики, и поликлиники, и школы, и метро. Кстати, здесь метро Комендантский проспект. Не знаю, очень внимательно надо выбирать, все взвешивать. Ну, вот мы видим, наверное, это школа или сад. Там дальше тоже организация из окна. Вот. Там, по-моему, дальше, если пройти поликлиника, тут же торговые центры большие есть. Конечно, новое жилье подкупает свои, знаете, вот этой чистотой. Первый год, так вообще первый, второй год. Красота и фасады, и внутри. Все прекрасно. В старом фонде погрустнее. Еще новый фонд современной площадки, да, новостройки, где для деток все современное, там современные скамеечки. В старом фонде это все немножечко уже подубитое, конечно. Но цена вопроса. Плюс, возможно, можно найти, знаете, компромисс между ценой и качеством. То есть присмотритесь. Нет, я не призываю вас покупать в старом фонде или в новом фонде только. Это вы сами выберете. Кто-то покупает облезлые квартиры, потом делают из них конфетку. И им все равно, что вокруг облезлость. Кто-то только новострой рассматривает. И им все равно, насколько там дороже, не дороже. Плюс атмосфера совершенно разная. Мы уже с вами об этом говорили, что в пятиэтажках одна атмосфера, кто там живет. И какие там дворы и парадные. Тоже есть разные. Есть ремонт там, парадные есть без. Так и вот в этих домах панели тоже. Ух ты, какая, смотрите, выросла огромная, шишечками прямо в окна. На Новый год игрушки можно вешать во дворе. Парадные есть новостройки, очень классные, просто заходишь, красота, и не можешь удержаться. Насколько там приятно находиться и в холлах, и в лифтах, и в квартирах, и планировке. Добрый день. Так, получилось, что пообщалась с жителем этого дома. Рассказал мне, сам подошел, говорит, а что вы снимаете, а что вас интересует? А я вот в этом доме живу. Ну и все мне рассказал. Я говорю, да, интересно, квартиры смотрим. Как у вас тут живется, какая недвижимость, что по цене, в общем-то, приемлемо. И ваш дом, и вот соседние дома. Ну, вот, говорит, парадный ремонтируют.
слышимость, то есть звукоизоляция хорошая, как раз наоборот, слышимость изолирована. Значит, здесь вот поликлиника, вот она, оказывается, поликлиника. Рядом школы, сады, торговые центры. Кстати, 5 озер мы были с вами в торговом центре здесь рядом. Затем здесь где-то есть торговый центр «Мармеладный». Вот этого я не знала, торговый центр. И большой центр «Атмосфера». Ну, так вот райончик, ребят, старые районы. Но я не скажу, что это совсем там старый район, убитый. Нет, я, в принципе, выглядит даже вполне прилично. Ну вот мы в пятиэтажках были с вами летом. Мне там не очень понравилось. Но я, кто смотрит меня каждый день, я об этом говорю, когда где и что мы бываем, где повеселее все выглядит, где поскромнее. Ну вот эти стандартные районы, я думаю, такие районы есть и в вашем городе, как вы пишете, Лена, это же не Петербург, это же обычные города в России. Но Петербург состоит из разных районов, в том числе из таких. А там дальше новостройки все комендантского. Чистое небо, полис на комендантском, Ариоста в ту сторону. А кто-то ищет центр, только центр. Там тоже можно выбрать, но там совершенно другая атмосфера в центре. Там высокие потолки, там парадные другие. Ну, мы с вами в центре бываем, я вам показываю. Цены тоже разные. Поэтому выбирайте, ознакомьтесь, ребят, сначала с ценами. Вот это меня удивило, что вот в этом доме, в общем-то, район хороший. Инфраструктура вся. И за 8 миллионов, 8600 примерно, можно купить 52 квадрата, 52-54. Это недорого для Петербурга. И тут же новострой, который гораздо находится, в невыгодном месте пока что там все вокруг еще так развивается, только даже стройка где-то рядом, и выглядит он не особо, знаете, таким кайфовым и настолько дороже, даже если не со вторичкой сравнивать, а новостройки между собой. Два дома комфорт-класса, два ЖК комфорт-класса будут по разным ценам. Обращайте, ребят, на это внимание. Ну все, друзья мои, спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Спасибо тем, кто заходит каждый день. Говорим о жизни в Петербурге. У нас такая погодка. Гулять не особо. Прохладно гулять. Поэтому пореже как-то мы сейчас с вами гуляем. Пусть все растает. Солнышко выйдет, потеплеет. Тогда будем много гулять. Это улица Королева здесь. Метро Комендантский проспект. Ближайшее метро. Все, друзья мои. Встретимся в следующем видео. Хороших дней!